совсем не похоже на пятый матч серии плей-офф, который 2-2, и в который вот такой огненный огонь полыхал во всех предыдущих встречах. Может быть, какая-то вот эмоциональная опустошенность появилась у соперников. Хотя вот сейчас будет новый поворот. За минуту 26 «Авангард» сравнивает счет в этом матче. И Толчинский принимает поздравления почтеннейшей публики. У Кошечкина вопрос к своим, похоже, которые ему там застили весь обзор.